Уменьшенные копии аэропланов и истребителей. Более 80 макетов представили школьники на региональном слете конструкторов-моделистов. В юбилейный 25-й раз в Ивановском областном центре развития доп. Образования собрались ребята со всего региона. У нас проходит в два тура. Теоретический тур пройдет, ребята будут отвечать на вопросы там по двум группам, старшая и младшая. А потом будут защищать свои экспонаты на секциях. Вот три секции у нас. Авиация будет, радиоэлектроника и третья секция – это техническое моделирование и конструирование. Сделать самолет собственными руками непросто. Нужно не только разобраться в истории летательного аппарата и его технических характеристиках, но и правильно подобрать материал для макета. На создание модели уходит не один месяц. За это время ребята успевают досконально изучить свое детище. Это самолет-истребитель МиГ-15. Внутри установлен импеллер 64 миллиметра. Он со стреловидным крылом, на котором есть аэродинамические гребни. Они нужны для того, чтобы поток воздуха не перетекал по крылу. Большинство конструкторов здесь, конечно, мальчишки. Интерес к техническому творчеству у них выше. Некоторые из представленных моделей походят на оригинал не только внешне, но и функционально. Этот радиоуправляемый планер способен покорять небесные просторы. Работа над ним заняла полгода. У меня использованы липа, это вот эти вот косые нервюры, кромки, бальзы, это самое легкое дерево в мире, хвостовое оперение, прямые нервюры, все бальзовые. И сосна – это как самое прочное дерево в нашем распоряжении. Создать такой самолет – поистине высший пилотаж. Летающая модель уже покорила небо на международной выставке от винта и МАКС-2017. В воздухе может пробыть до 3,5 минут и подняться на высоту до 1 километра. Эта модель летающая, она сама сделана из пеноплекса, то есть утеплитель пеноплекса. Внутри стоит, ну, электроника установлена, то есть там импеллеры, двигатели электрические, здесь в этом в части аккумулятор установлен. Педагоги, помогающие ребятам в конструировании, уверяют, что умение делать такие модели своими руками обязательно пригодится, если юные моделисты решат связать свою жизнь с созданием уже настоящих самолетов и аэропланов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.